стоит пила, а значит, у меня сегодня плиточник Витольд. И я начинаю свой репортаж. Сегодня помогает мне Витольд, потому что он профессионал. Он плиточник, он знает, как ложить плиточку. Вот этот столик я приготовил для нашего обеда. Здесь все красиво. Такой вот красивый, значит, бэк-ярд. С такими туями. Это, значит, тул Витольда. И мы заходим в дом. Здесь мы уже прибили вандерборды. Это у нас китчен. Будем ложить плиточку. А сейчас я иду в это место, где джакузи. Вот. Все здесь будет красиво, кабинетики. Но вот главная персона, которая работает, вот специальный репортаж для Симона Петра. Смотрите на него, Симон Петр. Смотрите, как он работает красиво. Ложит очень профессионально, плиточка такая ровненькая. Витольд, повернитесь хотя бы Симону, уже ладно ко мне. Вот он, смотрите, Витольд. На коленях, видишь? Смотрите, на коленях, смотрите, стоит. Смотрите, как красиво. Вот так вот Витольд и работает сегодня. Мы уже сделали, значит, туалет. И Витольд, значит, обедает. Рыбка. А на обед нам послал Господь. Рыбка. Покажите, Витольд, что у вас рука? Смотрите, как она. Скумбра. Холодного копчения. Разверните середину, покажите. Смотрите, какая красота. Обалденно. Смотрите, какой счастливый вид у Витольда. Да. Вот счастливчик. Мы просто питаемся. Смотрите, лучок у нас, картошечка в мундирах, вот авокады и яблочко. Это достаточно, чтобы нам вот это перекусить. Но рыбка, я вам скажу, жирная. С ней чуть-чуть жир. И очень-очень вкусная. Очень. Так что, Витольдик, ну давай Симону скажи хотя бы два слова. Симон, Петр. Симон, мы тебя любим. Уважаем, помним. Да. Хотим слышать твои песни. Так что, Симон, Петр, мы сегодня вспомнили о тебе. Вспомни о нас. Ну а мы пообедали с Виктором Николаевичем. И приятно, что до обеда Виктор Николаевич, профессионал, сделал красивую работу. Вот такой вот красивый пол в туалете. Здесь джакузи, еще море плитки, кабинеты. И теперь Виктор Николаевич работает на кухне, китчен. Смотрите, какие красивые полы. И кто их делает? Один из профессионалов штата Орегон, города Портланда. Вот он, пожалуйста, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, а вот скажите вот для Симона Петра, да? Симон Петр, слушайте. Это ученик Гаврилова Юрия Васильевича. И учился он в Грозном, Чеченской республике Ичкерия. Учитель мой, как там сейчас в Ичкерии, как там в России, я тебе передаю привет, Юрий Васильевич. Ну вот так вот смотри. Так Юрий Васильевич, ты не будешь на меня стыдно, тебе не будет. Так нет, тебе Юрий. Никто не скажет плохих слов за мою работу. Да, да. Юрий Васильевич, это, все будут счастливы. Это твой учитель, да. Ну сейчас, смотри, ты должен разговаривать сейчас с Симоном Петром. Ну а Симон Петр скоро увидит моего учителя. Ну скоро да. Увидит. Смотрите, как работа идет. Вот. Полы ложатся. Красота неописуемая. А по окончанию работы нас ждет с Виктором Николаевичем опять стол. Нам Анжелика подвезла еще продуктов. Вот смотри, Петро Афанасьев, работал Виктор Николаевич, устал. Вот
Достал урс. А мы помним, что такое урс. Это по-чеченски нож. Петя, арбуз. А арбуз, смотри, какой маленький, не то что черленский, да? И теперь смотри, он будет кушать арбузы. Вот, и получать удовольствие. Смотри. Американский арбуз, он, смотри, вау, наслаждается, смотрите. А ну, Виктор Николаевич, давайте. Смотри на него, Афанасьев. Красота. Холодненький, сладенький. Ой, вкусно. Ну все, я тоже начинаю кушать. Интересно получается, Витольд, он же Виктор Николаевич, ложит итальянскую плитку. Изучает итальянский язык. Изучает. И у него... итальянскую машину. Да. Porsche. У тебя какая? Porsche, да? Porsche, да. Имеет итальянскую машину, ложит итальянскую плитку. И музыка у него играет, прислушайтесь, итальянская, слушайте. Лащита ли кантаре, разрешите мне спеть по-итальянски. Лащита ли кантаре. Ничего себе, Витольд, у тебя великие познания в итальянском. Ну вот смотрите, как работает профессионал Витольд. Еще немного, и итальянская плитка будет закончена. А Витольд продолжает это работать. А музыка все-таки, смотрите, итальянская. Ну вот так вот. Еще немного. И все будет закончено. Ну что, работа закончена. Плиточка положена. Работал профессионал Виктор Николаевич. Полы положены здесь, вот на кухне, положены в туалете. Все профессионально, все красиво. Вот. Работа закончена, и нас с Виктором Николаевичем опять ждет столик. Нам Анжелика принесла пирожки, привезла, так? Котлеты, корейскую морковочку, арбузик мы уже съели. Ну, в общем, нас ждет приятное. Работа закончена. Мы с Витольдом Викторовичем очень счастливые. Вот, нас ждет корейская морковочка, котлетки, которые привезла Анжелика наша Ильинична. И вот такие вот пирожки, смотри, какие вкусные. Ну, яблоки, авокады, мы уже съели арбуз. Вот, ну вот такие вот пирожки здоровенные, котлеты, корейская морковочка. И вот он, Витольд. Витольд, давайте, Афанасьев смотрит на вас. Петро. Петро, бодрствуй, так? Привет, Петро. Смотри, а Виктор Николаевич идет в ногу со временем. У него, смотрите, таблеточка, вот, ой, девайс такой. И он там что-то хочет мне показать. Ну, давай вот ты. Вот сейчас я тебе покажу. Показывай, что за певица. И что она будет петь вот это, так? Ну, в общем, репортаж-то идет уже к концу. Нам с Виктором Николаевичем очень хорошо. Спасибо Виктору Николаевичу, слава Богу. Да, слава привет Богу. Тебе, Петр Симон. Наш Симон. Желаем тебе здоровья. Счастья. Счастья. Долгих лет жизни. Живи, как говорят евреи, до 120 и больше. Вот, ну, семейного счастья, просто человеческого. И дай Бог всем здоровья, Марии, всего самого хорошего. Помним, любим, скучаем, так? Виктор Николаевич, да. Что вы там? Ну все, приятного аппетита. И репортаж-то идет к концу. И как всегда, с вами был. И вы меня уже узнали по голосу. Ваш журналист Дон Пабло. Я с вами. И до следующих репортажей. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь.